усеченных составах и на полполя. Я имею в виду официальные турниры, как то летнее первенство Москвы, в котором предстоит впервые в карьере чертановцам стартовать. Пузанов! Гол! Убежал Данила! Красавец какой! Самое главное, выстоял. Как? Вот что значит хорошее равновесие. У человека умеет он его сохранять. Такой низкий центр тяжести у Данилы. Поэтому сейчас под прессингом Антовой сказал. Аут будут сбрасывать чертанцы. Шаховцов Егор. Человек надежность. Именно так он пока себя проявляет на этом турнире. А это передача от Кава. Точная. На Швечкова. Швечков штрафную. Пузанов! Гол! Ну, герой сегодня Данила! Как мяч принял! Как освободился ложным финтом от своего опекуна! И в правый угол! Тут у нас еще и манекен челленджи умеют делать! Ну, возраста, в частности, 2007 год рождения. Навес Борисов подставляет затылок. И Швечков здесь. Именно 2007 год рождения начинает именно с этого сезона 2017. Кава! Вот опять, что он делает. Да, он делает. Подключился один раз. Он, да, сколько раз он в первом тайме подключался к атаке? Ну вот навскидку ни разу. Да, он поддерживал атаку. Ну, в тренде. В тренде надо быть вообще. Но не оставляет попыток хотя бы гол отквитать казанцы. А где гол, там и два, а где два, там и тоже два. Ну, нам бы так хотелось, потому что мы все-таки представляем школу Чертанова. 3-2 нас устроит. Пенальти! Пенальти, пенальти! Пожалуйста! Пожалуйста! Ну, безусловно, там футболисты из-за футболочки его прихватили. Юрин разбегается и реализует спокойно этот удар. 3-1. Рубин один гол отквитал. А играть еще, друзья, 10 минут. Наш ноутбук здесь не сломать. Роман Кувшинов прилетел. Тактической грамотности футболиста. Борисов мяч получил. Пару метров прошел. И закинул за шиворот Данилу Кузнецову. 4-1. Чертанова, как и накануне. Тренируется манеж комфортабельный, хороший, приятный. И поэтому, безусловно, своя площадка должна работать на Чертанова. Сработала уже в третий раз на этом турнире. Третья победа Чертанова над Динамо. 2-0 над Строгино. 4-1 и сегодня над казанским Рубином. Счет также 4-1. Благодарим казанскую команду за упорство, за дисциплину, за грамотность, за сопротивление.